говорить в голос голос інформаційно-комунікаційна платформа Київ -ФМ» та телеканалу Київ. Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ. Доброго ранку усім дякуємо, що залишаєтесь разом із нами. Це Київ ФМ. Так само ми транслюємось в прямому ефірі телеканалу Київ. Діма Білобров, Олег Борисов для вас у студії і завжди відкритий для наших обговорень з вами наш студійний вайбер. На який ви можете насилати свої повідомлення, свої коментарі, свої питання, все, що забажаєте. А ми максимально будемо з вами комунікувати. Номер нашого вайбера дуже простий: 098 009 98 98. Продовж ефіру. Ми ще обов'язково його будемо повторювати. Ну а також у нас є наш номер телефону 044-300-09-98. Можете також телефонувати нам. Будь ласка, і не забувайте, що можете долучатися ну онлайн, так би мовити, до нашого обов'язково обов'язково. Тому що, окрім того, що ми транслюємось на телеканалі Київ на Київ ФМ на хвилі 98, Так само ви зможете цей ефір переглядати і на ютуб-платформі Київ ФМ. Отже, що ж ми сьогодні і про що ж ми будемо сьогодні говорити? І яка сьогодні наша тема? У нас сьогодні в гостях Євген Негур, комерційний директор компанії забудовника Зімгруп, який лауреат ювілейної програми Людина року року-2020» в номінації Житловий комплекс року? Вітаємо вас. Добрий. А отже, розкажіть, будь ласка, як так сталося і чому яким чином ви отримали цю нагороду? Ми длительное время работаем на строительном рынке Украины, в частности в городе Киев и, как имеем уже опыт нескольких uh, крайних лет, это в Киевской области. И uh, мы с... Одним словом, строим комплексы. Мы их проектируем, мы пытаемся сделать, чтобы они были красивые, они были доступные, они были функциональные и, и так далее. И а, по, счастливым, по, по счастливым обстоятельствам нас один из наших жилых комплексов, комплекс Paradise Севеню, был выбран одним из трех лучших комплексов, комплекс, жилых комплексов Украины. А вот тут давайте больше детально. Мы сейчас очень много смотрим жилых комплексов. Разного кольору, разного формата, разных объемов. Почему сам Ваш житловий комплекс. На які акценти звернули увагу, і чим саме ви заробили, умовно кажучи, виграли а, таку нагороду? Uh, у нас uh, не тільки Paradise Avenue виграв європейський uh, uh, конкурс uh, Property Awards. Uh, также у нас є ще інші комплекси, які також були номініровані і виграли європейську часть даного комплексу. Uh, Avenue виграв в uh, номінації. Uh, Выиграл в номинации Mixed Use Development, где главным критерием было наполнение пространства. Это территории, площадки, озеленение и прочее, прочее. Я думаю, что мы немножко позже поговорим об этом. Также mm -hmm. у нас есть еще два жилых комплекса. Это Bionic Business Center, который выиграл в номинации Office Development и Office Architecture. Это две номинации, где проектом данного Данного, комп данного комплекса было а, наполнение пространств, где в наше пандемическое сложное время а, есть зоны для коворкинга, зоны для отдыха, релакса и прочего-прочего. Да? И сама архитектурная форма, которая а, была воспринята нашими европейскими а, членами, членами жюри, как а, сложная, техническая и интересная, прежде всего. А, также у нас есть жилой комплекс, как... А, Алюр Резидент, где мы планируем очень интересную концепцию небольших четырехэтажных домов, тоже с очень интересными ландшафтными идеями, с закрытыми дворами без машин и прочими-прочими, да, с весьма технологичными новшествами, которые не только, скажем так, проектируются на рынке, а также эти все вещи мы уже э, вкладываем в создание проекта. И этот комплекс вырвал в номинации архитектуру э, ⁇ Property Awards это – это конкурс, который, по сути, является «Оскаром» в, в недвижимости. Да? Наши украинские коллеги, наши украинские жюри пытаются сделать аналогичные комплексы, но… Если, скажем так, у нас в наших реалиях украинских происходят какие-то конкурсы, при которых выигрывает дом, у которого, скажем так, одна там, детская площадка в 4 метра квадратных, свечка на 20 сотках в 25 этажей, 4 парк З трьома парковочними містами датусь ну дуже є больше саміння в плані того, який проходить конкурс. У мене поточнення невелике. От ви сказали про озеленення у Києві. Насправді дуже багато є місць. Де, от ви самі навели приклад, діма підтвердив, що велетенські 25-поверхові будинки на парковку десь 10-20 машин. Зелених зон дуже мало, і одна дитяча, один дитячий майданчик на двір. Є за якими принципами, можливо, у відсотках, можливо, за кількістю на квадратний метр, на кількість людей, ви розраховуєте це у цьому житловому комплексі з будівництва озеленення і паркомісць? В частності парадайс-авенюк, який був запроекторований, а мала того, що ми проектуємо панорм ДБН, який єсно ці норми. не есть а, необходимыми для полной комфортной жизни. Поэтому а, европейские коллеги, которые оценивали, о, оценивали и оценили нас в виде почетной, почетной награды, они расценивают а, жилые пространства в виде не карликовых деревьев а, 20-30 сантиметров, они расценивают их как а, большие, полноценные деревья. А, в частности, Paradise Avenue — это, это а, 18 домов, а, это... Будет своя поликлиника, это два детских садика, это школа, это огромное озеро, которое мы уже выкопали, которое было заложено проектом, вдоль которого уже этой весной мы начнем, э, начнем работы по благоустройству с, с променадами и так дальше. Пространство, которое мы наполняем в виде, э, в виде игровых зон, в виде спортивных площадок и прочего-прочего, а главный формат озеленения. То есть в Парадайзе Веню на первую очередь, которая уже зана в эксплуатацию, мы привезли полноценные 6-метровые деревья из Голландии. Почему? Потому что в Украине таких деревьев не было. Сейчас, имея этот опыт, мы два года назад для проектирования и строительства следующих очередей закупили в питомниках огромное количество деревьев, которые сейчас растут, чтобы мы их привезли и поставили в полноценно большом размере. То есть поэтому... Ну, то их выращивают для вас специально? Они растут специально сейчас, чтобы мы посадили уже готовые большие деревья и вы можете обратить на наше э, внимание на наши другие комплексы которые сейчас заселены и живут но ну, мы начинали строить порядка 4-5 лет назад где озеленение это в виде травы и ландшафтного прочего дизайна большие и красивые то есть мы используем чтобы оно уже было готовое, нежели э, с перспективой, что через будучи 5-6 лет Яким-то образом датам чим то присмотром оно вирості. То ми мы используем только стараємося з пользувати, готове больші растіння. Мені от цікаво, якщо можна, я трішечки відійду від нашої основної теми і так на подумать, поставлю запитання: як ви ставитесь до того, я, я от постійно, коли виїжджаю, наприклад, чи за межі Києва, чи от там, коли, коли будинкам там 5-7 років, то в мене абсолютно інше враження. Ну от таке відчуття, що от якщо б Київ почав розбудовуватися зараз, чи там 7 років тому, наприклад, це було б. Більш схоже на Сінгапур. Ну от і, і враження таке, і враження від того наскільки з точки зору урбаністики вже побудовані нові райони. Ну от останні, де я був там на термках, наприклад. Ну тобто, це суперкомфортно для повсякденного життя. Як ви думаєте, от коли б коли б було ідеально для Києва почати буду себе, от просто з нуля Восприятие прияті необхідності, которая є у чоловіка, происходит з путешествий. Вот вы привели пример, пример Сингапура, да, где а, мы же откуда-то узнали эту информацию. Соответственно, мы или видели, либо интересовались а, прогресс и а, культура, которая наращивается в виде строительства и, и прочего прочего. Ну, в данном случае мы говорим про, про культуру строительства. А, к нам также приходит, так как мы европейская страна и а, исходя из того, что наш э, покупатель, он очень стал востребованный. Да? Мы не хотим ездить на «Жигулях», мы, мы предпочитаем уже иномарки. Да? И, и уже экологичнее иномарки. Абсолютно верно, да. Э, поэтому так, так же самое и с жильем происходит, да? что люди, э, побывав где-то, приезжают в свои реалии и уже не хотят. И они начинают искать того, кто им построит. Соответственно, застройщики, если они хотят быть э, в ногу со временем и двигаться вперед, да? они должны изначально думать и проектировать на несколько, на несколько даже не лет, а пяти лет Вперед, да, то есть, я отвечаю на ваш вопрос: за сколько нужно думать? То есть, парадайз мы начали, э, начали строить порядка трех лет назад первые дома, да? а проектировали их за пять лет назад, которые сейчас вы видите вживую, они вам нравятся. Поэтому... Э, Потребность человека в э, хорошем, правильном жилье, в красивом жилье с площадками совсем идет э, в ногу с модой, которая приходит к нам из Запада, из Европы и прочего. И необходимость и, э, в том, что человеку нужно, это раз. А второе, что человек уже не хочет жить в старых э, домах, где, э, извиняюсь, воняет сыростью, где старая коммуникация. Он хочет жить... Панельки. В панельке панельки, ну, можно примеров очень много привести. Поэтому наш клиент стал выборочный, поэтому для того, чтобы ему угодить, нужно строить новое и красиво. И мы очень надеемся, что в частности наше проектирование, где мы закладываем в виде там скошенных крыш на парадазе, где люди просто проезжая мимо комплекса, боятся в него заехать, потому что думают, что там ценник бизнес-класса. Да, мы даем доступный, доступный формат жилья по доступным ценам. Поэтому я уверен, что в ближайшие 5-6 лет будет все меньше и меньше, как вы сказали, панелек и прочее комплексів комплексов і сооружень, де не буде удобств, і штобуть ринок недвіжимості в правильне русло і в красиві конфігурації. Які зараз ви можете виокремити найзначущі події або досягнення за 2020 рік безпосередньо? Чим можна похизуватися серед інших, умовно кажучи, конкурентів? На самом деле 2020 год был очень сложный, это было пандемическое время со своими последствиями, мы понимали, что нужно в это сложное время. У нас есть не только, скажем так, компании, у нас есть огромные обязанности перед строителями, которых, которые обеспечены работой, да, трудоустроены, перед нашими инвесторами, теми людьми, которые вложились да, и относительно рискуют своими финансами. Дабы все эти. Эм, э все эти моменты, да, чтобы мы не потеряли доверие и так дальше, дабы соблюдать. То есть мы разработали следующий спектр следующий спектр условий, при которых мы максимально гарантировали здоровье наших наших людей, наших наших рабочих. Это у нас строительные городки, где мы знаем зачастую, что у нас работают приезжие люди. Поэтому очень важно было сохранить здоровье людей, максимально их изолировать, приготовить им питание и прочее-прочее, чтобы они могли функционировать. И стройки не, и темпы постройки не падали. Мы также э, начали более активно понимать, что проектирование и то, что мы закладывали в наши жилые комплексы, о чем я э, ранее рассказывал, да, что это является более важным моментом на данный момент, и э, нам нужно двигаться дальше. Э, есть у нас внутренний рекорд, который мы э, побили э, в парадайзе Avenue с седьмым домом, который мы начали только продавать. Буквально за три с половиной месяца мы продали более 50% э, жилья, а это порядка 7 тысяч метров квадратных. Что это значит? Это значит, что мы дали доступное жилье по доступной цене. Людям, люди в нас поверили, и мы не можем их подвести. Исходя из этого, Концепция, концепция такова, что несмотря на, на, все реалии, да, мы также смогли ввести в эксплуатацию, в первую очередь, продать звеню из пяти домов. А также Форест Парк, первый, uh, первый дом, который находится у нас на водогоне в Сосновом лесу, который является для нас также якорным проектом. И стартовая очередь должна была быть ключевой, поэтому у нас это получилось. Дозвольте питание больше коммунальное, потому что, снова таки, я и от від проблем киян. В деяких будинках просто захмарные платежки приходят, бо там централизация Зоване опалення, бо там дуже старі комунікації, через які вода тече, протікає, затоплює дуже великі втрати. За яким принципом безпосередньо повсякденне життя будувався ваш житловий комплекс. Можливо, там приватне опалення, можливо, приватні якісь котельні стоять в кожному будинку. І якщо я хочу, я взяв і вимкнув цю батарею. А якщо там плюс 20 на вулиці, а у мене шмалять батареї, як це в більшості будинків у Києві, я вважаю це дуже, дуже неправильно. Як у вас там з цим? В частності, якщо ми говоримо за парадай за Я думаю, что это у нас ключевой сегодня проект, о котором мы будем говорить. То, что у нас в, на, наряду с, в других проектах есть а, разные виды отопления, включая индивидуально. В Пардайзе в в первых пяти домах есть собственная котельня. Это котельня немецкой фирмы Будерус, которая нагревает и воду и для отопления, да, гоняя их по трубам, и для горячей воды, для ежедневных нужд. А, То есть вы независимы от миста, фактически? Абсолютно. То есть, исходя из того, что а, мы посчитали, что существующие коммуникации, как вы сказали, старые, изношенные и прочее-прочее, да, это а, также их прокладка к месту назначения. Это ресурсы, которые, к сожалению, ни город, ни область нам не поможет, поэтому мы должны делать это за свои средства. Мы посчитали нужным сделать свою собственную котельню. А, Начнем с того, что у нас дома энергоэффективны. То есть у нас э, в этих домах э, фасад утеплен минеральной ватой, что является э, очень хорошим примером теплозащиты зимой и, соответственно, и летом. А также у нас э, У людей є можливість поставити свої теплові щечки, при яких вони будуть використовувати сугубо то за що ані відкрутили, е і по отопленню, і по гарячій воді це вже дуже правильно і дуже сучасно, тому що я особисто знаю, як вони які платіжки приходять. Хоча в кімнаті здається було не так, то і спекотно, а платіжка приходить, ти... Сам побудував і купив цю котельню. Я хотів би поставити запитання щодо взагалі, от історії, як створювалася, як створювалася ідея парадайзавіню, тому що от, я от дивлюсь фотографії. Фотографії, ну, по перше, я вже сказав, що так трішки схоже на сінгапурські фото, не не на Крюковщину, де ви знаходитесь, власне. І от цікаво, як саме ви вирішили піти на таке. От я, наприклад, це, що чув раніше, це от ну треба пофарбувати в якусь максимально я не знаю, яскраву фарбу будинок щоб він був там за рік. Він перетворюється на брудний, і це наша новобудова, така стандартна новобудова, яку ми просто можемо там виїхати на лівий берег і побачити, де, де нема панелюк. Як все ж таки, як, як формувалася ідея саме Веню» у вас, от в такому стилі з цими з кошеними дахами, з, з садом, з ну от з вашим озером, як, як це все відбувалося? Як ламали стереотипи? Точно. Як О, дякую, дякую. Ти знайшов правильне слово. Как я сказал ранее, мы начали проектирование Парадайзеню порядка пяти лет назад, когда мы не знали и никто и не догадался, что будет такая пандемия, которая происходит сейчас. Концепция была разработана с формата «Город в городе», где мы думали, что если вдруг мы построим, вот у нас есть 22 гектара земельного участка, да, если мы его здесь построим, что мы хотим здесь видеть? Первое, что мы хотели видеть, это то, чтобы человек мог находиться поблизи города, но в то же время иметь комфортные преимущества. Что мы первое сделали? Мы начали с посадки дымов, которые посадили таким образом, чтобы все дворовые пространства не были, как в Советском Союзе, где люди побежали, побежал себе ребенок и побежал. Да? То есть здесь пространство разграничено таким образом, что въезда машины на дворовые территории нету, То есть дети находятся в безопасности. Это был первый момент. Дальше мы начали думать, все же, где же проводить время. То есть столкнулись с тем, что надо проводить время, а где лучше проводить время, как не возле воды. И пришла идея создать озеро. Мало того, озеро это не простое решение, просто в виде визуальной оболочки. Озеро на самом деле это технологическая сложная набор, набор элементов, которая делает следующую функцию. Она собирает дождевую воду для того, чтобы дальше, имея четыре линии каскада переливных, оно циркулирует под давлением насосом от верхней точки к нижней и наоборот поднимается вверх. Проходит через систему фильтров, выдавая чистую воду которую в дальнейшем мы используем для автополива, чтобы наши Клумбы и растения поливались этой водой. Поточно не в воду, там звитки браются, дождевой? Там есть свои джерела. У него есть как дождевая вода, которую сейчас вы можете на фотографию посмотреть, набралась, набралась естественным способом. Так она имеет функцию подкачки, в случае, если будут большие засухи. Также она выбирает, набирает функцию, э, вернее, выполняет функцию. Э, Вода, водоотведение, что если падает вода, кроме дождевой, она собирается по ливневкам и уходит в это озеро. И имеет тоже функцию перелива. Функции фонтанов, которые не просто так сделаны. Мы знаем Дубай, где есть а, прекрасная пальма, да, но есть проблема. В некоторых местах вода застаивается. То есть не, не, не продумали это. Используя э, этот опыт... А в смысле, девона там застревает? Вот миш, миш... Э... Да, в лепестках. Ага. Она застревает, и там оттуда ее... Ну, она застаивается. Для того, чтобы она не застаиваться, ее нужно двигать. Чтобы двигать у нас есть а насосы и б у нас есть фонтаны насосы это очень дорого, до речи на дорого это будет обходиться це, за это зацеваны будут пилотить или кто? Нет, это будет входить в в, в в прайс придомовой территории, но я же угу. сказал, что есть четыре уровня каскада, где на самотеком спускается при необходимости поддавливаться угу. системой насосов, а также система фонтанов, которая позволяет этой воде разбиваться. Дальше мы 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 подумали о том, что нам нужно куда-то водить детей, поэтому мы сделали первый садик, который уже уже будет у нас в седьмом доме который уже строится и в дальнейшем будет ну, посреди скажем так процесса строительства будет второй садик дальше детская школа своя поликлиника четырехэтажный паркинг зоны для отдыха кинологичный стадион для выгула собак даже мы продумали про такие вещи, как тихий шумоизолированный уголок для мамочек с, с, с грудными ребенками, чтобы ни, там не было ни звуков, ничего. Там запрещено разговаривать по телефону. Она полностью изолирована и шумоизолирована для того, чтобы мамочки могли в этом пространстве находиться наедине со своими крошечками. Это даже идеально для и молодых семей, я так понимаю, это и житловой комплекс. Раз мы заговорили уже и про озера, и про места, где можно погулять, и в тысячи погулять, инфраструктура. Это очень важное питання для мешканцев, зокрема, Киева. Как с инфраструктурой у вас расскажите? Какие нововведения и что пропонуєте? Все первые этажи у нас отданы под коммерческие помещения. Сейчас уже функционирует ряд помещений, магазины, кафешки с зонами каворкинга. Изначально продавая такие помещения, либо сдавая в аренду, мы ведем коммуникацию да, и направляем, где мы хотели бы видеть наших партнеров в этом направлении. Сейчас, учитывая реальности пандемии, мы также понимаем, что есть, есть, есть необходимость в, в спортивном Виде, да, поэтому у нас есть уличные зоны воркаута, где можно спокойно заниматься. Мы сейчас э, в, этом, э, в этом году, весной, в конце весны, планируем начинать работы по благоустройству. Променат вокруг озера с, ве, э, с беговыми дорожками. У нас в прошлом году запустился формат э, аренды велосипедов, где можно взять велосипед э, и повести его, к примеру, в точку ВДНХ. Есть карты, на которых можно. А уже функционирует с прошлого года. У нас эта система функционирует, э, есть у нас много много интересных идей, одни из которых мы сейчас будем воплощать, такие как микроспортзалы для того, чтобы в условиях э, нынешних реалиях, да, при закрытых закрытых заведениях люди могли туда ходить и заниматься. То есть зоны коворкинга и прочего прочее. То есть наша инфраструктура вместе с лаунж-зонами, есть зона барбекю, которую мы сейчас уже планируем сделать, чтобы она никому не мешала да, и была функциональной. То есть эти вещи, которые по максимуму мы пытаемся закрыть все зоны потребностей людей в нашем комплексе. Пане Ивена, я вот тут уже 20 минут мы с вами проговорили. Я так хотел бы поставить запитання, что, возможно, каверзно трохи. Дивіться, є таке, що от у нас президент Зеленський тепер він прийшов шоу-бізнесу. Він був абсолютно несистемним політиком. Він приходить у шоу-бізнес з шоу-бізнесу. Перепрошую, але за рік він перетворюється на нашу українську політику. Ну, тобто, середовище якось впливає на тебе. От я думаю, що середовище київських забудовників окремо, а взагалі українських забудовників, воно супертоксичне, як кажуть сьогодні. Ну, тобто, воно суперконкурентне. Це люди дуже жорсткі, це люди, які готові битися кожного дня, це люди, які готові заробляти кожною копійку, кожної секунди. От мені цікаво, ви представляєте ваш проєкт, і він, принаймні, от так, він не схожий на проєкт, який запланований на те, щоб просто заробити гроші і просто зупинитися і. Текти кудись, от з цима грошимами і просто забути про все, як роблять дуже багато забудовників. От побудували, зникли, взяли гроші там з людей, які там заплатили за етажі, яких ще нема, і просто втекли. Як вам вдається уникати цього і утримати ваших клієнтів? Умовно так. На самом деле мне очень приятно, что вы это сейчас увидели на протяжении 20 минут. Мы всего лишь знакомы 20 минут, и вы это уже увидели. Мне это очень приятно, я вас за это благодарю. А... Концепция, опять-таки, того же, если мы говорим за Paradise Avenue, состоит в том, чтобы не наполнить его максимальным количеством домов, не наполнить его максимальным количеством парковок для машин. Концепция состоит в том, чтобы дать людям доступный продукт, который будет и красивый, и эстетический, и функциональный. Здесь, это, в этом бизнесе, вы правильно говорите, да, есть жесткие условия и прочее, прочее. но кроме этого есть... Удовольствие от того, что ты делаешь. Если вот в Парадайзе, извиню, мы построили 5 домов, всего будет 18 домов. Это как ребенок. То есть сначала мы вынашивали мысль о его создании. После у нас появился, мы его начали фактически, мы его получили. Сейчас мы его взяли за ручку и начинаем вести. И у нас еще очень большой путь. Наши жилые комплексы проходят полную экспертизу которая в дальнейшем, то есть это меняется сейчас законодательство, меняется все, но она больше на пользу, скажем так, клиентов, нежели застройщиков, которые не будут позволять им строить на 20 сотках, допустим, свечку в 25 этажей, которые будут обязывать их вкладываться и в инфраструктуру и в прочее прочее. Наши все жилые комплексы проходят экспертизу. То есть мы не сможем построить больше 18 домов, мы не сможем построить на месте, там, допустим, детского садика или школы или озера, мы не сможем построить паркинг. Нас э, новое законодательство, в частности, подталкивают и будут подталкивать других застройщиков к тому, чтобы все строили более правильно. Это вопрос времени, ну, поэтому у нас нет цели выжать максимум э, финансов. Наша есть цель э, в том, чтобы делать доступное жилье и продавать его э, по доступным ценам. И в частности, в, в Парадайзе Вню, в первых пяти домах, э, рентабельность то есть прибыль, увеличение цены уже составила больше 30%. То есть те люди, которые купили, у них уже эквивалент больше 30%. Такого не даст ни одна банковская система. Пане Евгене, дуже багато еще питань хотел бы поставить. На жаль, у нас час рекламы. Это очень важно так само и для нашей радиостанции. Единственное маленькое поточнение. Заправки для, для, электрокарей. Обязательно Я... уже стоят. Да подназад. дайте хоть что-то найти негатив. у вас нет. Ну что ж это такое? Неужели и пиццу там можно поесть где а, Я не знаю. Кафешки, мало того, кафешки работают. Даже вот если мы... Два слова по поводу электрозаправок. Это является основополагающим фактором в Property Awards. Без этих вот электроэлементов они даже не принимают комплексы к рассмотрению. Поэтому они функционируют уже более чем год назад. Не, ну что ж ты будешь работать, да? Так, так. Дальше, ты, дивіться, я дуже вам дякую, что вы пришли к нас на эфир. Насправді тема забудовки в Киеве очень кричуща. Вы сами это прекрасно знаете. Знаєте, ми бачимо багато пікетів, багато людей виходять на мітинги, тому що забудовують зелені зони. Натомість забудовують озера, зелені зони вибудовують свічки і свічки Пр... біля дуже вузеньких доріг. Да, де і Решт бачимо просто бетонне гетто, де інфраструктура не розвинена. Зокрема, вам дуже дякую, що е, окрім заробітку, тут ще й піклуються про інфраструктуру. Зокрема, тут піклуються і про парку місця, і про зелені зони. Чого що, що дуже важливо? Дякую вам дуже. Я нагадаю, що євгеній Євген Негур, комерційний Директор компанії забудовника зімґруп був у нас гостем в студії. Будемо раді вас бачити ще і ділитися досвідом. Я вас приглашаю, к вам. рад, що вибігла нас. Спасибо вам огромне. Всего доброго. Дякую, На вам. На все добре. Це була програма Київ.